Капитальный ремонт капитального ремонта. Начат в разворованной при многолетнем капитальном ремонте 167-й школе. Об этой школе и аферах с бюджетными деньгами, выделяемыми на ремонт, мы рассказывали много раз. Ремонт начали в 2020 году, и в конце 2020 года подрядчик должен был все закончить. Но сроки срывали, ставили новые, и так не менее 10 раз за 2 года. И вот в августе 2022 года, после очередного срыва сроков, мы выяснили, что, оказывается, эту школу еще в конце 2021 года Управление капитального строительства Нижнего Новгорода признало отремонтированным объектом, и чиновники выплатили подрядчику из городского бюджета 40 миллионов рублей за успешно выполненную работу. А школа даже в 2022 году стояла полуразрушенная. Такую же схему с оплатой якобы выполненных работ Управление капитального строительства Нижнего Новгорода провернуло и в 73-й школе. Там тоже подрядчик получил за разрушенный объект 90 миллионов, как будто он полностью отремонтирован, и сбежал после этого. После нашего сюжета в сентябре 2022 года глава Управления капитального строительства Нижнего Новгорода Сергей Куклаев, подписывавший документы, уволился. Позже он был задержан за махинации при ремонтах на разных социальных объектах, сейчас его судят. А капитальный ремонт в 167-й школе все-таки закончил уже другой подрядчик за другие бюджетные деньги. И в марте 2023 года, на 3 года позже изначально запланированного срока, школу все-таки открыли после капитального ремонта. Но продержался этот капитальный ремонт недолго. Прошел год, и фасад школы снова нуждается в капитальном ремонте. Да и внутри самой школы нужно проводить ремонтные работы. И видите, что протекала вода на протяжении всей весны, осени. И в результате размыло фасад. И вот такие вот последствия. Ну, он вообще снаружи, этот грибок, то есть внутрь он не попадает. Но уже эстетический вид нарушен, естественно. Все фасады, вот уже облупляется, плесень. Вся вода течет просто по самому фасаду. Если вот посмотреть, видно, да, то, что вот уже серый стал. Хотя вначале было все очень красиво, ярко и красочно. Первые дожди, и вот этот вот весь фасад, он уже прям был залит. То есть все вот эти, как называют, стоки, их сделали неправильно. То есть когда уже школа была почти доделана, мы сразу сказали, что это все будет, ну, как бы испорчено через несколько месяцев. И действительно так и есть. Зимой вообще там просто была глыба льда, вот мы видели, да. И все это промерзло. В самой школе, конечно, она, как директор сказала, все нормально было, но потом потекли воды, когда вот весна наступила. И образовалась вот этот грибок, плесень, который, наверное, уже проник в школу, как я поняла. Мы были на собрании, ходили по всей школе, и она нам показывала. Все-таки там дети, как бы экологии, всем этим они дышат. Вот менять полностью фасад. То есть все вот это снимать. Там был какой-то утеплитель, насколько я видела из окна. Потом они штукатурили, и вот уже покраска. Но, как видите, даже покраску, да, ее видно, что она некачественная. Швы все, то есть, просвечиваются. Приезжала проверка, они сказали, что некачественные материалы и высокая пожароопасность. Да, то есть они могут воспламеняться, поэтому сказали все переделывать точно. Есть еще у нас замечание, не сделаны были слуховые окна в подвале, поэтому там, в общем-то, образуется такой парниковый эффект. Вот, поэтому это тоже заложено. Мы сами это проделали, это слуховое отверстие, его здесь вообще не было. Ну, здесь тоже мы сами делали. Здесь вообще все было сделано под ноль. Вот забор по периметру, да, он весь ржавый, то есть его краску выложили без какой-либо обработки, без грунтовки, как положено, да, то есть красили просто тяп-ляп, тоже был дождь. Подрядчики менялись, проворовались, взялись другие, некачественные материалы. Просто деньги потратили и ничего не сделали. Как смотрели технический надзор, почему это не было предусмотрено? Каким образом приняли тогда с таким плохим ремонтом качественную школу? Дети должны учиться в хорошей школе, в чистой, да, светлой, а не то, что вот сделали на, так сказать, на год, на два. 15 августа должно все завершиться. Успеют, думаете? Думаю, успеют. Все работы будут проводиться под контролем. Все материалы будут закуплены до начала ремонта. И только после этого начнется демонтаж фасада, дальнейший монтаж. Кстати, на капремонт, проведенного капремонта в школе 167, из бюджета Нижнего Новгорода снова выделены деньги – 26 миллионов рублей. Очередному подрядчику поставлены сроки для завершения работ конец 2024 года. Но он обещает закончить все до 15 августа. Иначе детям, которые и так 3 года, пока длилась криминальная эпопея с капремонтами, учились по другим школам, снова придется ходить в другие учебные заведения.